мир вашему дому и всем доброго здоровья. Дорогие друзья, подводим итоги уходящего года. Значит, остались, можно сказать, последние часы уже уходящего года. Как говорил Леонид Ильич Брежнев в свое время, этот год был тяжелым для братских народов. Ну, на самом деле, этот год какой был, такой и был. Было и тяжело, и легко. Значит, давайте просто подведем итоги, вот что нам в этом году запомнилось. Ну, что такое самое вот интересное было, да? Значит, год этот начался очень интересно. В том плане, что мы впервые в нашей деревне, можно сказать, за 30 лет, ну, мы тут живем, скоро будет 10 лет, подготовили интересный спектакль кукольный под, значит, музыкальное сопровождение. И, ну, можно сказать, мы даже сами этого не ожидали, было очень-очень интересно. Потом в этом году Господь позволил супруге моей съездить на Байкал. Байкал очень красивое озеро, кстати, но я сам там тоже не был. Но всем, кто, может быть, когда-то хотел, всем советуем. Вот, много впечатлений. Вообще наша страна Россия большая, и много что интересного есть в ней посмотреть. Байкал — это такая, ну, жемчужина, что ли. Вот. То есть это был зимний период, можно было там покататься. Там выставка ледяных фигур. Я думаю, мы что-то оттуда, ну, какие-то ролики на нашем канале разместим обязательно. Дальше наступила весна. Самое интересное, значит, мы расширили огород в этом году. У нас появились от добрых людей саженцы всяких плодово-культурных растений, там груши, яблони, сливы, вишни, малина. Вот это дело очень интересное. Дай Бог, я думаю, мы будем дальше развиваться в этом направлении, ну, чтобы потом собирать плоды, в общем. Что еще дальше? Значит, построил в этом году новый туалет. Ну, что тоже вещь нужная, как бы, тем более семья большая. Вот. В этом году стали, значит, за 9 лет жизни, можно сказать, ну, не то чтобы впервые, но как-то вот так получилось, выезжать в бор. У нас ленточный бор с двух сторон нашей деревни находится, ну, в нескольких километрах. Это, кстати, вот такое природное явление, ленточный бор. И ездили в этом году за грибами. Грибов было много, слава богу, белого гриба, всякого. В общем, Господь позволил, нам насобирали, наготовили, там, наморозили, наконсервировали. Это вот такой момент, который тоже как бы вот запомнился. Были в этом году, слава богу, на двух свадьбах. Ну, обычных, и на одной серебряной свадьбе. То есть тоже вот как бы такое, ну, положительный такой момент, что ли. В этом году мы уделили, первый раз уделили некое внимание сбору полевых трав. С ребятишками собирали, значит, чебрец, лобазник, душицу, иван-чай, лист дикой смородины, малины. Вот, сушили и как бы вот начали уже реализацию. У нас можно заказывать, там, пишите, не знаю, на WhatsApp, и там еще куда-то. Вот я думаю, что мы вот это дело продолжим и дальше уже, ну, будем смотреть, как бы увеличивать объемы. Вот, я думаю, эта тема интересна, тем более у нас трав много всяких, вот, в которых мы разбираемся и которые пользуются спросом, мы будем дальше расширяться. А так, в общем и целом, слава Богу, за этот прожитый год, как бы, ну, не сказать, что прям быстро все пролетело. В принципе, много было событий, но в общем и целом, кажется, вот только было 31 декабря прошлого года, и мы раз уже подвинулись к новой черте, как бы. Вот, значит, Новый год, ну, как мы проводим? Мы обязательно молимся благодарственный акафист Господу за то, что вот Господь позволил нам дожить, что мы в здравии, благополучии, у нас как бы все нормально, живем. Вот. Все, конечно же, смотрят новости. Не буду называть имена, но, например, то, что люди сейчас творят, или то, что вытворили, да, вот в тот момент, когда, ну, наша страна переживает определенный момент тяжелый, вот, связанный с военной операцией. Значит, как сказал один медийный священник, что вам нужно сделать, чтобы вы пошли в храм? Вот, то есть нужно не где-то там плясать или там какими-то полуголыми там красоваться. Вот. Момент тяжелый, надо идти в храм, чтобы, ну, помолиться за себя, чтобы за родных, за людей, за благополучие нашей страны в общем и целом. Вот, поэтому, ну, мы вот так вот проводим и обязательно собираемся за семейным столом. Значит, рассуждаем, вспоминаем что-то, вот, мирно беседуем, в общем, подводим своего рода тоже итоги такие. Друзья, я бы хотел вас всех поблагодарить, кто был с нами в течение года на нашем канале, как-то комментировал, сопереживал нашим событиям. Ну, кто-то, может быть, просто был захожанином, кто-то постоянно с нами. И что бы я хотел пожелать? Вот в 34-м псалме, 10 стих, по-моему, сказано, что скимны, ну, это молодые львы, бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужду ни в каком благе. Ну,
какой-нибудь скептик скажет, ну да, ты прям нужду ни в чем не терпишь. Ну, конечно, по-человечески как бы терплю, может быть, мне что-то вот это надо, другое надо, но я с Господом, и Господь знает, что мне нужно, и Он мне помогает в какие-то минуты, вот, ну, тем более это очень стало, так скажем, чувствоваться, когда мы начали участвовать в молитве по соглашению, вот, то есть, ну, прям какие-то невероятные вещи стали в жизни происходить. Вот, поэтому всем желаю, значит, чтобы вы в первую очередь искали Бога и надеялись на Него. Вот. А Господь уже, конечно, устроит все ваши пути именно из, ну, как бы тех потребностей, которые вам нужны. Господь, как любящий Бог, как любящий Отец, Он знает, что нужно нам, Его детям. Вот. Поэтому всем желаю добра. Значит, и, наверное, кто-то из вас, может быть, скажет вопрос, ну, ты там, может быть, какие-то еще события не осветил, которые у вас тут были. Ну, я как бы не считаю, что они такие важные там. Но на этот счет я скажу просто короткую фразу. Когда Господь указывает путь, нельзя сомневаться. Вот. Это касается в отношении меня, там, моей семьи и так далее. Вот. Поэтому мы, слава Богу, живем и дальше планируем вот, жить здесь, детишек растить, развиваться и так далее. Всех с наступающим Новым годом, наступающим Рождеством. Всем благ, мира, добра. Оставайтесь с Богом.